Я уходовая София. Стал ли входа я София бесплатным, точно не знаю. Сегодня хочу проверить. Скорее всего, уже да. Так как вход был с другой стороны, там делалась оплата и проходили. А сейчас вход вот с этой стороны, с центра Софии. Тут видно, что делали молитвы, намазы. Нас взяли внутрь, вход бесплатный. Я продолжаю идти дальше вовнутрь Айя Софии. Тут уже табличка. Айя София. Мечеть. Вот так вот, друзья. Вход бесплатный. Только группы берут по частями из-за вируса. Собственно, здесь, прямо с центра Айя Софии, раньше отсюда выход был, сейчас вход сделали. Так как стал бесплатным, напрямую входите в Айя Софию. Внутрь я заходить не буду, так как я много раз был в Айя Софии. Просто хотел вам показать, что и как последние дни здесь. Всего доброго. Друзья, я все-таки зашел внутрь посмотреть, что изменилось. Внутри Айя Софии стало как в мечети Султан Ахмед. То есть с обувью уже заходить нельзя. Когда был музей, заходили с обувью. А здесь уже как мечеть стала. В общем, изменился внутрь Айя Софии, друзья.